Мы, значит, делаем акцент. Они насчет кражи говорят, да, говорят, что они признались, скот вернули и так далее. Нам зачем да? пытать, если они признают? Теперь они настаивают на том, что их избивали, пытали, и есть экспертиза, подтверждающая пытки. Насчет пыток, что вы можете сказать? Насчет пыток я вам объясняю. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 21 числа данные лица были задержаны, установлена их причастность, веществ доказательства частично изъяты. Мы изъяли 19 ворованных баранов мелкого рогатого скота. В тот момент все признавались, в настоящий момент также все признаются в совершении данного преступления. Так как это разряд тяжких уголовных правонарушений, 188 прим. 1, часть 3, пункт 2. Это с проникновением скотокрадства. Нами было принято решение об водворении данных лиц и процессуальном задержании по статье 128 УПК ВВС. Так, пытки были или не были? Пыток не было. Все, спасибо большое. Счастливо.